когда говорил всем об этом, мне не верили. Я просто понимаю, что значит не верили. Типа, я просто не понимал, как будут выглядеть эти страты с хождением по головам. Надо было просто показать, как они выглядят, и тогда я бы посмотрел такой, во, прикольно. Но когда ты об этом просто говоришь, что... мне просто было сложно тогда представить, как это будет вообще выглядеть, типа... То есть сейчас уже понятно, а тогда это не было понятно, что из себя эти страты будут представлять. Я думал, что это будут какие-то упоротые страты, где нужно будет там супертонкие тайминги использовать ради каких-то там пары секунд таймсейва, и такое бы никто не стал делать. Здесь все страты, они либо стабильные, либо сейвят дофига. Самая сложная страта — это вот на 18 уровне, которая сейвит 6 секунд, и я каждый раз думаю, стоит или не стоит ее делать. Я думал, что будут вот похожи в уровне страты, но только сейвить они будут еще меньше. А по факту наоборот, зачастую страты сейвят больше, а по сложности они наоборот легче оказываются, то есть... А то, что люди нашлись люди, на самом деле в ТАСе, ТАС-то вышел, по-моему, еще достаточно давно, еще, по-моему, в 22-м году или что-то такое. И, то есть, эти страты уже тогда были, просто я про этот ТАС что ли не знал, или не знаю, ну, типа, я не смотрел его почему-то. Так-то можно было его еще тогда глянуть и уже тогда увидеть, что есть вот эти страты, которые... Вполне можно и в обычном ране тоже повторить. Должен был это показать. Не понял, о чем речь. Что вы говорили про 44-й? Ты что, Йола? Что сложно показать? Ничего не понятно, блин. Говорили про 44-й, а там Йола... Там какая-то была сложная страта, которую не получалось показать. С хождением по головам имеется в виду или что? Ничего не понятно. Ну, может быть, это как раз пример того случая, когда это страта, которая действительно того не стоит. Потому что на 44-м и без хождения по головам, в общем-то... Сейчас самая быстрая страта на 44-й, там по голове ходить не надо. Вообще первый, кто, по-моему, начал вот эти вот страты внедрять в обычных... просто повторять как бы не вне ТАСа, это как раз и был я, потому что я посмотрел ТАС и взял тут вот эти страты и показал их Нейралу. И... Хотя Нейрал, мне кажется, и сам мог это сделать, но... Как бы... Может... ему лень было, может, он просто из-за своей консервативности ему было сложно и не хотелось там какие-то новые страты учить, тем более не понимая, можно ли их из ТАСа повторить. Вот, и я уже попытавшись сам это сделать и записав это, значит, на видео, показал, что вот там можно это все повторить, ну там. Может, не прям все из ТАСа повторил, но какие-то страты вот из ТАСа я впервые
как бы сделал вживую, и после этого Нерал уже стал что-то из этого использовать в ранах. В том числе вот эти страты с хождением по голове на 18-м и на 32-м. Есть место, где чтобы так не залезть. Не знаю, не думаю. Что ты думаешь? Мог сделать. Блин, я опять я пропустил, что я говорил насчет чего это мог сделать и сделал. Тяжело, когда я говорю какую-то длинную какую-то вот, значит, это длинное предложение, я уже забываю, какие там слова в начале были. И потом кто-то отвечает на то, что, что было в начале вот того, что я говорил, а я уже не помню, что там было. И... Опять рано упал. Я тоже много лестниц есть. Ну, как, обычно лестниц все-таки не так много, и типа глобально это... Это какие-то... Понимаешь, что делать? Ну, а сколько это, по-твоему, будет сейвить? Где-то можно использовать? Ну, наверное, где-то это можно использовать, чтобы засейвить какие-нибудь там полсекунды, окей. Могу себе представить, что да, можно. И что даже неосознанно я иногда это делаю. Но это все ерунда, потому что это будут какие-то вот именно микротаймсейвы, какие-то десятые секунды, в то время как здесь есть рандомные уровни, которые тебе сразу же там плюс 8, плюс 10, плюс 15 секунд добавляют. И это все как искать топ-страты и вытаскивать страты из стаса в ChipDale 2, опять же, где рандомные всякие боссы, и при этом пытаться там засейвить какие-то... фреймы там на Клок Тауэре каком-нибудь. В этом нет смысла. Дела нормально. Сегодня пейсы идут еще лучше. У меня вообще каждый следующий стрим пейсы все лучше и лучше. И вот сегодня, если, например, со вчерашним стримом сравнивать, сегодня, конечно, пейсов значительно больше. Проснулся, ну, доброе утро. А я скоро заканчиваю. Поэтому можно-то можно. В этой игре реально потенциал для всяких изобретений, открытия новых страт. Он огромный, но сейчас больше всего ценятся именно вот какие-то страты, которые сейвят прям дофига, или которые... позволяют уменьшить рандомность каких-то рандомных уровней. То есть, если будет найден способ там как-то заманипить, вот там, например, на том же 13-м, там, чтобы он кучу выкидывал сразу же и потом быстро ее брать. Это намного будет полезнее для того, чтобы делать вот более топовые раны, чем какие-то микрооптимизации, которые сейвят полсекунды. Такого наверняка еще полно будет. Ну, может быть, не... Ну, короче, можно еще искать, и в сумме, да, еще несколько секунд там. Вполне.
На всяких мел... на всякой мелочи. Так, кстати, мне 13-й дал. Сейчас будет топ-пейс очередной. Фишки были топовые. Унирала страты уже устаревшие все. В сравнении с теми стратами, которые вот сейчас, например, я использую. Нейральские страты уже вообще не актуальны. В свое время. Ну, блин, в свое время и у NES Кардинальте были топовые страты. И у меня в 21-м году, там, в моем ране, там тоже были на тот момент неплохие страты. Я там тоже VR на целую минуту улучшил тогда. Как бы... В свое время, так еще говоришь, как будто это было типа много лет назад. Это было типа 3 месяца назад, и за это время они уже успели полностью устареть. Так что, ну, такое. Я не знаю насчет каких-то своих фишек. Типа, большинство страт — это страты, которые достали из Стаса тогда. Типа, и... Большинство новых страт, которые он внедрил. Некоторые он сам придумал. Наверное, самое такое крутое — это вот как раз на 44-м. Вот это нейральская страта. Вот это, да, это реально вроде его страта, которую он придумал, которая... Прям нормально так быстрее, чем то, что до этого использовалось. Но во многом это все-таки именно какие-то страты, которые больше всего сейвят. Там на 18-м очень много сейвит этот новый роуд. Там еще на некоторых уровнях. Это из Стаса все доставалось. А он просто первый, кто... Ой, опять опасную фигню делаю какую-то. Фига, три голды подряд. Нирал первый, кто это все показал в ране, как бы... Если бы не Нирал тогда первый ворвался в игру, а я, то я был бы первым, кто это сделал. Но Нирал был раньше, как бы, потому что я другими играми был занят тогда. Ты заморочился неплохо, ну, примерно так же, как я сейчас заморочился. Так же он тогда заморочился. Сначала сидел, отдельные уровни учил, тренил, потом целиком все это гриндил. То же самое, что я сейчас делаю. Часов ты спишь? По-разному. Ой, блин, мне показалось, что я слишком мало приостановился. Ух, окей.
Так, здесь, естественно, не буду рисковать. Пойду с Ивова так. Хороший пейс. Все, хватит дурацкие вопросы писать на пейсе, блин. Просто капец. Все, хватит, Кахимен, не пиши, блин, у меня пейс. Так я не знаю, блин, Кахимен, что за вопросы? Это ласт, блин, я что знаю, что ли, ласт, не ласт? Ну, в ране пытаются, блин, хейтеры мои испортить мне ран. Специально фигню пишут, чтобы меня сбить. Да, блин. Где этот чел? Ой, капец. Эти что-то криво там отыграл, и из-за этого он куда-то там отошел. Ну ладно. Пойдет 21-й. Чуть поторопился, ладно. Thank you.
О, блин, где он заспавнился? Жесть. Чуть не сдох из-за этого чела. Блин, и он тут еще ползет. Ой, капец. Ладно, это рандом плохой, но... Терял несколько секунд тут из-за этого. Ну, не будет все время вести. Мне кажется, как-то можно было забэкапить, но что-то прям вообще неожиданно это было. Так что, на самом деле, это еще неплохо. Могло быть хуже. Блин, почему у меня... Страта моя не сработала, странно как-то. И рандом не дал еще, ладно, тут я потеряю. Не знаю, сколько потеряю, но потеряю. Но пейс в любом случае еще хороший. Так, ну бывает, конечно, тут не всегда везет.
Можно, но у меня... Я для себя выбрал страту, которая мне больше всего нравится, которая у меня стабильнее всего получается. Это не самая быстрая страта. Но другие страты мне не нравятся, или они у меня какие-то нестабильные были. И... Я пока что забил. Но он в любом случае еще рандомный, то есть там в одном месте он выкинул кучу. Если бы он там ее не оставил, то не пришлось бы за ней бежать, и было бы на 8 секунд быстрее. А, что я... Стоп. Я идиот. Я подумал, что я уже все запорол, хотя... По факту, я просто... Ладно, вроде ничего не испортил. Я, короче, не там раскопал, но это по факту это ни на что не влияло. Мне показалось, что я все заруинил. Сколько я потерял на этом? Ну, 2-2.5 секунды. Где-то около 2.5, да. Ладно, пофиг. Да бери ты кучу. Это Альбертос. Блин, нафиг кидать эти
меня нет Dark Souls 3, 500 баллов, все нельзя кидать. На игру, которой нет еще в списке, даже если бы она была в расширенном. Короче, не знаю, нафиг ты. На пейсах, да, капец. Это, наверное, то, что должно быть привычно. Блин, ну откуда у меня вообще 55 зрителей на Loadrunner? Это что за бред? Не должно такого быть. Я думал, типа, Loadrunner — это игра, в которой я буду спокойно бегать там на 20 человек, может быть. На 15-20, там, как на черепахе. Вот я бегал, там никого не было. Конечно, спокойнее играть, потому что игра капец, типа... В этом плане, конечно, потная. С танками. Танки тоже никому нафиг не нужны, тоже никто не смотрит. То, что играли в детстве, это еще не показатель, что интересно смотреть спидран этой игры. Блин, говно, рандом, опять они кучу выкидывают где-то. Ну вот что это такое? Ну я хотя бы взял ее, ладно, забэкапил. Ну ладно, это все равно напряжный уровень, это еще не самый худший, но рандом на самом деле. Что... Ой, блин, фигню сделал.
Ну, это страшное место для меня вообще на этом уровне, поэтому... Хотя бы так. Блин, нафиг я его закопал? Случайно торопился. Надо приостановиться, я что-то слишком мало приостановился. И теперь они мне все тут встали. Да уж. Что-то у меня... Жесть, я целых 10 секунд потерял на этом. Какой трэш. Блин, вроде кажется небольшие ошибки, а потом смотришь и был топ-пейс, а стал фигня какая-то. Хотя казалось бы, типа... Ну, казалось, что пейс настолько топовый, что вот такие вот ошибки вроде не должны как-то сильно его испортить. Блин. Вот поэтому я этого чела закапывал там. Но это тоже нестабильная штука, я не знаю. В прошлый раз закапывал, в этот раз не закапывал, в итоге одинаково теряю. Он сейчас был мув на тоненького. Ну, сейчас уже пейс как будто бы не такой топовый, как был. Можно и рискнуть. И все равно потерял. Жесть. У меня просто рандом в ПБ на 41-м хороший выпал, где он кучу выкинул. Просто весь пейс растерял. Ой, что это такое? Жесть. Ну, конечно, на некоторых уровнях вообще ошибки дурацкие, типа того же вот, какой там был, 39-й. Тридцать седьмой, 38-й, 39-й, там, короче... Режим. Чё, кто защитный режим включил? Кто там балуется, блин? Блин, как же меня все ненавидят, просто и хотят, чтобы я заруинил пейс. Защитный режим включают.
случайно. Ладно, проверим. Я даже сначала не понял, что это такое, потому что первый раз кто-то в чате включил защитный режим. Даже не знал, как это выглядит. Жесть тут лагов. Всегда так много, но как будто бы сейчас больше, чем обычно. Блин, у меня у мода как кот бегает и жмет кнопки, капец. Где он кучу выкинул, блин? Самое хреновое место для выкидывания кучи, блин, нашел. Ладно, все равно мне их здесь ждать надо было бы. Может, я даже слишком... Больше, чем надо, приостановился. Ладно, окей. Даже особо не потерял ничего, действительно, потому что в конце их все равно ждать. Спам в чате. Жесть, что я делаю вообще? С чем? Блин, мне сейчас что ждать, пока они там... Что-то я криво отыграл. Ладно.
криво не в плане медленно. Просто странно как-то и опасно немного, типа. Не по строте. Вот как-то так. Блин, ну это, короче, такой вот прям ран промежуточный, который... Значит, никак не промежуточный, а промежуточный в том плане, что он между вот моей минимальной целью и моей максимальной целью. То есть он как будто бы норм, но потенциала еще достаточно. Не, это я выложу, да, это я выложу, это... Ну, это хорошее улучшение на 23 секунды, то есть для текущего уровня это уже достаточно много. И это первый sub 48 и... Но не sub 47.30 и не sub... Не, sub 47-то понятно, это нереально, но вот sub 47.30 мог бы быть... Вот самое обидное, что этот ран мог бы быть sub 47.30, если бы не буквально там какие-то три дурацких ошибки на трех уровнях. То есть, ближе к концу он там. Ну да, учитывая весь трэш, который происходил в чате, и то, что я смог вообще на это все не отвлекаться и хоть как-то дотащить, это уже достижение на самом деле. И... Ну вот,